Та-ти-та-ти-та-та-та-ти-та-ти-та-ри. Ёж с вами, ребята. Как вам такой бункер? Погнали его делать. Итак, для начала нам надо построить такой обычный квадрат 2 на 2 квадрата. Здесь поставлю высоко треугольный фундамент и улучшу его до железа. И дальше я эту площадку тоже улучшу, дабы было видно, что я здесь делаю. Но не всю, ребят, смотрите. Один квадрат все-таки я оставил неулучшенным. Оставил вот до веточки. Вот так вот он будет выглядеть. Итак, идем дальше. Дальше нам нужно легко и просто здесь поставить треугольник. А зачем? Чтобы не было... было видно того неулучшенного фундамента. Там поэтому поставил треугольник. Здесь стандартно делается обычный тамбур. Ну или предбанник, его по-всякому называют. Дальше, там где не улучшено, я поставил такие стены. Видите? Уху, стенки. Ну сюда ставлю сразу гаражную дверь. Если нету гаражной двери, можно поставить обычную дверь, бичевскую, где 250 хп. Сразу улучшаю, да, все железо. То есть бункер у меня до железа. Итак, самое интересное, бум! Сюда я поставил крышу, ребят. То есть это и есть наша основа. Наша основа. Ну а теперь поднимусь и смотрите, как все выглядит. Вот так вот. И теперь осталось здесь только закрыть стенами большими. Вот так вот все, ребят. Бум-бум-бум-бум. Все. И вот смотрите, вот так вот выглядит моя входная система. Вот так вот мой бункер бейс. Ха-ха-ха. Вот он, показываю. И вот так вот. Ничего сложного здесь нету. Хитрость. Вот так вот. Хе-хе-хе. Так, еще раз залезу. И в начале видоса там видели, как все расставлено. Предметы вы можете расставить по своему усмотрению. Я расставил по своему. Крышу сгревать я тоже не буду. Я построил только коробку, чтобы вы знали систему, как все это сделать. Рабочая здесь крыша. Ну и, конечно, фундамент, как нужно ставить. Все здесь я вам показал, все рассказал. И, конечно, если нет у кого-то гаражных дверей, можно воспользоваться обычными дверями по 250 хп, которые. Вот так вот. Но я все-таки воспользуюсь гаражными дверями, так как это бункер бейс. Вот, и смотрите, везде ставятся гаражные проемы, и также можно поставить и обычные дверные проемы. Ну, в принципе, вот весь секрет я вам рассказал, показал. Дальше от вас зависит, как вы здесь расставите ваши предметы. Как коробки, так и шкаф, так и workbench и так далее. Ну, а с вами был, как всегда, ребят, мистер Ёж. И давайте проверим. Вот поставил, посмотрим, как все это работает. Бум. Бум ее сюда, бум. И я думаю, что сломалось. Хо-хо-хо. Видали. Все сработало. Вот так вот, все работает нормально. Увидимся в следующем видосе. С вами был мистер Ёж, ребят. Лайки поднавалим. Ну и дизы тоже, конечно, поднавалим. И комменты. Увидимся, пока. Бэм, тщ, па 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 па